выполнить, не поверите, снег лежит. Я же больная, я же заразилась вот этой вот глиной. Мне же надо срочно глину купить, представляете? Все, собралась, пойду. Пойду. Паша уехал с Барнюшкой гулять. А я вот так одела тепленький свитерочек такой вот. Вот и пойду. Купила же себе кроссовки. Что-то хочу их сдать. Что-то не нравится. Знаете, померила, померила дома. Думаю, нет. Ой, с утра встала такая вся отекшая. Лицо отекшее. Ну, подкрасилась немножечко. Вроде ничего так. Ой, отекаю очень сильно. Говорят, много пить надо. Я пью, а потом после этого питья вся отекаю. В общем, одену потом украшение какое-нибудь. Ой, у нас вообще погода, я не знаю, блин, сегодня какое, 9-е, да? Но снег у нас тут не видно. Может быть, с кухни сейчас покажу вам. А тоже не видно, растаял, солнышко выглянуло. Прям в снегу все было, встала утром, но все в снегу было, представляете? Все потаяло. Ну ладно, одену курточку, пойду. Потихонечку прогуляюсь, цветы опять все валяют, смотрите. Все валяется, все, все цветы упали, вон они. Ветрюган ночью был с дождем, а под утро снег выпал. Прямо, знаете, ну, столько много. Еще лежит, видите, кое-где не потаял. Ну, холодно, минусовая температура, я не знаю, по-моему, минус 2. Ну, одену курточку теплую, пальто что-то неохота одевать. Такие вот дела, ребят. А так вроде все, ничего, пойдет. Ну, цветы валяются. Ну, что это такое? Ну, говорю, такой ветер был. Такой. Я думала, все разнесет там. Смотрите, как я стол поднимаю. Вы думаете, от чего? От кошек? Потому что они сюда залазят, чтобы они не трогали. Вот так я подняла его. Видите, как он у меня поднимается? Ну, это классно. Мне нравится. Так подняла. Зато никто сюда не подлезет, не залезет. Хоть, конечно, они могут запрыгнуть, но просто у меня здесь все разложено. И они начнут играть не от того, что я там, а играть начнут куда-нибудь это, засунуть что-нибудь куда-нибудь. И все, все. И, ребят, сейчас повыберу, какие я серьги одену. Ой, какие одеть. Ну, у меня будет сиреневая. Вот эти, наверное, да, красивые вот эти вот. Или вот эти вот. Вот эти вот понравились кому-то, да? Вы мне, знаете, напишите. Напишите или в Инстаграм. Нет, в Инстаграм-то закрыт уже. А, вы же с Германии, да? Вконтакт можно написать. Можете написать в Телеграм. Потому что я не хочу на канале там вот это вот все торговать. Я, честно говоря, не продаю, но просто я не хочу это на канале, да? Вот, напишите мне, я вам скажу цену, это недорого будет стоить, я вам перешлю, отошлю, все нормально будет. Такие вот сережечки. Вот. Хотите, я вам что-нибудь другое сделаю, если вам что-то понравится. У меня еще вот такие вот тоже есть красивые, вот эти вот еще есть. Вот. Если захотите, скажите, или браслетик могу сделать. Так, сейчас подумаю, что я одену. Все-таки, наверное, может, вот эти вот висюлечки красивые. Или вот эти. Ну, началось, да? Эти, вот эти. Как всегда. Так, ребят, я, смотрите, одела вот эти. Часики. И вот браслетик. Я думаю, подходит хорошо. Собираюсь в город. Ну все, ребят, собралась, пойду. Надо в магазин мне. Может, муж меня заберет. Рукодельный. Прогуляюсь, кофта мятая лежала. Ну все. Так, примеряю очки. Посмотрите, какие симпатичные. Вот я все думала, купить мне их и не купить. Я думаю, что мне в них ничего вроде как. Там других много красивых было. Я как-то, знаете, не решилась купить их. В следующий раз не все сразу. Вот эти тоже симпатичны, но мне кажется, они у меня велики. Мне кажется, они огромные для меня. Такие. Хотя красиво смотрятся. Вообще мне капли нравятся. Зеркальные именно. Ну, нужно подумать хорошо.
зашла в Хэм-Тэм и выбрала себе пиджачки, примеряю, смотрю. Знаете, неплохой вот этот вот. Я что-то его как-то не решила взять. Он неплохо смотрится. Симпатичный даже очень. Ну, что-то. Мне кажется, он мне маловатый. Мне нужно немножечко размер больше. А так в целом неплохо. Неплохо смотрится, хорошо. Ну, там у меня еще пару пиджачков висят, которых надо примерить. Видите, как я перед зеркалом кручусь, верчусь. Вот этот вот тоже, он, видите, как-то мне не сходится. И он потом какой-то прямой, неприталенный. Ну, в принципе, можно было и на размер больше взять. Ну, что-то как-то оставила до следующего раза. Потом приду еще, посмотрю, померяю. Может быть, что-то другое будет. Посмотрим. Посмотрим. И вот этот пиджак неплохой. Он такой, знаете, хлопковый. Из хлопка на лето хороший. Но он такой, знаете, какой-то мешковатый на мне. Мне казалось, показалось, как мешком. В нем присутствует лен, хлопок. Если те синтетика, то эти такие более натуральные. Вот два пиджачка, два светлых. Я думаю, на лето надо более натурально брать. Вот очочки опять зашла посмотреть. По-моему, в этот же отдел. Да-да-да-да, парнюша прибежал, нюхает меня. Очков столько много, глаза разбегаются. Не знаешь, какие еще. Вы знаете, кто-то рядом с тобой был бы, если бы посоветовал, подсказал. Барнюш, не трогай маму. Мама озвучку делает. Подсказал, сказал, вот эти, да. Очки хорошие, конечно. У них цена от 40 идет и до 60 евро. Вот Триумф даже есть. Триумф, по-моему, или если я не ошибаюсь. Ну, качество хорошее. Тут не придерешься, действительно хорошие. Не обязательно там покупать какие-то втридорого, там фирменные, марку какую-то. У меня есть 4 очков, он лежат мертвым грузом. Тоже дорогие. Одно время покупала. Теперь сказала: все, не буду я больше такие дорогие очки брать. Все. Видите, как я замедленно показываю, чтобы вы могли рассмотреть. Цены. Ну, фирмы там разные, смешанные. Да, Барнюш, у тебя лапки мокрые. Лапкой меня дергает. Хороший мальчик, хороший. Тоже с мамой озвучку будешь делать. Да, согнулся, сидит. На улице холодно. Так, вот эти тоже неплохие. Вот эти вот зеркальные. Красивая очень. Барнюша, тихо, мама озвучку делает. Не фыркай. О. Какие красивые. Барни. Засранец маленький. Красивые какие. Барни, что такое? Так, иди туда. Паш, забери его, а то я озвучку делаю. Он фыркает возле меня. Вот эти мне понравились, но мне кажется, они мне велики. Вот эти вот. Иди с папой. Паш, смотри только, чтобы котя там не лез. Так что я вас очками замучила, да? Ну ничего. Это мой такой день был. По магазинам я очень редко хожу. Ну, вот эти очки мне очень понравились. Вот эти голубые. Они такие классные. Вот я еще их примеряю, еще раз меряю. Они классные. Смотрите, как они красиво смотрятся. Очень. И мне они идут. Вот, может быть, я их завтра или послезавтра пойду. Мне на почту надо. И я, может быть, их куплю. Они стоят 40 евро, по-моему, если я не ошибаюсь.
Они классные. Под телефончик под мой. Вот, вот эти вот, да. Я что-то не пойму, у меня что, повтор, что ли, идет? Ничего не понимаю. По два раза, что ли, записываю? Если что, извините, пожалуйста. Если что-то у меня не то, не знаю. Тоже с этими отрывками снимаешь, знаете, и потом получается, что ты путаешься. Так что извиняюсь, если у меня повтор получается, ребята. Простите, да? Извините. Ну, бывает такое. Видите, наверное, повтор все-таки. После этого я пойду в Зару. И вот я уже в Заре, ребят. Тут много нового товара. Очень хороший товар, интересный. Ну, так как я уже поправилась, на меня сильно так размеров-то и нету. Мне надо сейчас XL, а XL в Заре не всегда бывает. Элька мне малая. Хотела тоже пиджачок посмотреть. Но Илечка малая. Так что я себе ничего здесь не подобрала. Даже в примерку не ходила. Так походила, посмотрела. Мне понравились здесь вещи. Классные новые коллекции на лето. Очень красивые цвета. Интересные. Паша Тамбар не ругает. Наверное, котя там лезет. Вот, такие натуральные ткани. Вот этот мне пиджак очень понравился. Салатовый такой. Такого фисташкового цвета. Сумочки. Ну, сумочки кожезаменитель. Неплохие, но... Знаете, я предпочитаю более немножечко побольше, наверное, сумочку. Хотя на лето сама это. Смотрите, какие цвета красивые, яркие. Очень понравились сумочки, хорошие. Вот такие вот босоножки интересные. Вот видите, вот такой цвет, грязно-синий такой. Приятный. С джинсиками так вот эта сумочка, прелесть. Ну и оранжевая даже, тоже хорошо. Вот. Да. Вот эти вот босоножки интересные. Ну, девочек молодых, конечно. Мне уже в таких не ходить. Время мое вышло. Прошло. Все, отходила, отбегала. Когда-то и ходила на таких высоких каблуках. Да, все мы ходили. Вот этот очень понравился. Но нет моего размера. Я кругами возле него ходила. Думаю, может быть, кто-нибудь вынесет. Кто-то мерил, может быть, большой размер. Ну, самый большой это Элька. Больше я не нашла. Хорошие брючки тоже были. Можно было бы комплектом взять. Но очень жалко. Очень жалко. Хотелось бы на лето такой костюмчик иметь. Вот так вот. Вот это тоже можно было бы. Но тоже размеров нет. Но мне хотелось бы что-то поярче бы. Такое, знаете, более такое на лето. На девочек молодых, конечно, можно одеться как с иголочки. Конечно, цены не маленькие, цены, в общем, все подорожало очень сильно, цены выросли. Вот этот тоже пинковый цвет, очень красивый, яркий, тоже размеров нету. Интересные, конечно, вещи Зара. Мне раньше как-то, знаете, не очень, я думала, что как-то не для меня этот магазин. А потом я поняла, что да, здесь можно кое-что купить, хорошие вещи есть. И можно что-нибудь подобрать. Здесь мне еще понравились очень платочки. И дальше я вам покажу. Такие вот интересные сумочки. Брючки. Такие, знаете, из натуральных материалов. Я даже удивляюсь, что такие вещи хорошие. Цвета красивые, яркие, сочные. Самое то для лета. Такая зелень насыщенная, красивая. Футболочки, пиджачки, прелесть просто. И нравится, что с такими пуговицами золотыми очень красиво смотрится. Так оригинально сделано. Вот такие пиджачки под Шанель. Очень классные. Ну, увы, нет размера на меня. Я бы с удовольствием себе пиджачок красивый бы купила. Такая сумочка. Но она, мне кажется, знаете, на пару дней и разлезется. Вот. Но в целом... Хорошие вещи. В целом хорошие вещи. Ну, можно что-то выбрать, подобрать. Была бы я похудей, помоложе, да, я бы тут оделась бы. Да.
Привет, да, привет. Я вот в таком прикиде, лучок у меня вот такой, курточка. У нас было очень холодно, у нас в этот день выпал снег, вы не поверите. Там дальше я, наверное, если у меня войдет, я покажу. Посмотрите, какие замечательные платки, очень красивые. Посмотрите, какая бижутерия красивая. Мне тоже очень понравилось. В таком в золоте красивом. Платочки очень симпатичные, мне понравились, классные. Такие рисунки интересные, цвета. И вот такой вот тоже цвет очень красивый. Материалы такие. Правда, это не натуральный, синтетика. Но посмотрите, какой он красивый. И такой цвет лаймы очень красиво. Это такой тоже насыщенный оранжевый такой. А брюки, посмотрите, лимонного цвета. Это просто чудо. Лайма цвет такой красивый. Ну, очень жаль. Вот блузочку можно было такую какую-нибудь, ну, такую я сама сошью. А вот какие-нибудь такие, что-то интересненькое бы можно было бы купить. Вот этот пиджак очень понравился, ну, тоже нет моего размера. Все просмотрела, тоже нет. Самый большой Элька. Я удивляюсь, большие размеры сразу разбирают, сразу. Они долго как-то, ну, не висят, их забирают. Я просто одно поняла, если что-то попадется, и твой размер, и сидит хорошо, надо брать, потому что потом ты просто не купишь, просто потом не будет. Сумочки интересные, ну, такие, знаете, как сказать, она немножечко колючеватая такая. Если вы что-то оденете, мне кажется, она будет просто колоться, цепляться за одежду. И она не совсем практичная такая какая-то. Хотя смотрится неплохо, так, знаете, для молодой девочки. Ну, почему бы и нет, можно пойти прогуляться. Вот такие фуфаечки, такие, знаете, они сейчас очень модные, симпатичные. Мне тоже она понравилась, ну, мне не солидно такую, мне кажется, одевать. Это девочкам молодым, типа как мои дочки. Вот, вещи классные есть. Вот такой тоже пиджак, какой-то такой из джинсовочки с белой. И вышивка на нем. Интересный тоже. Ну, вот такие вот фуфайка, куртка. Очень такие классные штаны есть. Такие из натуральных материалов. Футболка вот такая, сверху вышивка. Тоже интересно сделана. На лето хорошие комплекты. Можно прям, знаете, себе подобрать так. Я знаете, что вам скажу? Если идти покупать, надо сразу покупать, как сказать, капусту. Капусту, да. В каком плане, да. Вы меня поняли, чтобы сразу и низ, и вверх, и под низ, и наверх. В общем, вот такое вот все, да, комплект. Чтобы можно было. Посмотрите, тоже интересный цвет такой, горчица. Вот корзиночки тоже мне понравились, хорошенькие. Ну, цепляться будут за одежду. Как-то непрактично немножко. Кроссовки я зашла, сдала, я даже не стала вам показывать. Вот это пальто мне понравилось, но оно было одно-единственное тоже. Ну, а потом подумала я, куда. Хотя оно бы мне подошло, ну, как-то оно ни к селу, ни к городу сейчас это пальто. Я себе лучше купила. Вот, а так оно неплохое было. Такое стеганое, такое утепленное, такое синтепоновое, не на пуху. Ну, неплохое. И пальто вот это белое рядом тоже хорошее было. Такое... Такую на легкую погоду, на теплую погоду, так вот выйти. Оно не утепленное совсем. Паша с Барни там что-то разговаривает. Я говорю, не мешайте мне. Надо сделать озвучку, потому что, ребят, музыка в магазинах, невозможно ничего снимать. Невозможно. Хочется снять, показать, но невозможно. Играет музыка, орет музыка, люди кричат. В общем. Так вот, а мне нельзя музыку. Вот такие пиджачки неплохие под шанельку. Тоже с такими пуговичками симпатичными. Вот, с блестящими. Хорошенький, вот голубенький понравился. Ребят, зашла в кафе посидеть. Устала так. Заказала себе латте макиато. Вот. Мороженое не хочу, у нас прохладно. Я вот, видите, так одета. И... Тирамису заказала. В общем, перекушу немножечко. Вот.
Итальянское кафе. Так, как тут? О, сейчас увалится. Все. Мороженое не хочу. Может, потом посижу немножко. Но вообще на улице прохладно, не до мороженого. Тут магазинчики у нас, Вера Мода. Дошлюс галерею зашла. Слава богу, что здесь музыки нет. Хоть посидеть немножко, можно отдохнуть. Народу много. Принесли, сейчас принесу тирамису, и я покушаю немножечко, потому что пока до дома, знаете, быстренько перекушу хотя бы немножко, а домой придешь уже там. Ой, не до этого будет. Надо будет что-то делать, готовить, а мне сегодня чуть неохота готовить, ничего не хочу. Хочу просто отдыхать, просто наслаждаться, ходить, гулять. Что вы думаете, пошла я в магазин, в этот, как его, рукодельный, а его закрыли, он не работает. Ну, приду домой, буду выписывать через онлайн. Ничего не сделаешь, узнаю у Ирины, где она выписывала. И она, по-моему, там ссылку оставила, и придется мне выписывать. Ну, надо попробовать, хоть вкусный, нет? Приятный очень такой, знаете. Хорошие. Такие трубочки сейчас бумажные. У нас же запретили трубочки. Тирамизу? А, да, еще. Тирамизу мне принесли. Такой вот. И чеки сразу же. Вот смотрите, сколько стоит. 3,80. И лата стоит 3,10. Ну, в принципе, нормальные цены. Так что... Приятного аппетита, да, будем кушать и наслаждаться. Тирамису волшебное, очень вкусное, нежное. Ну, это, видите, итальянский. Кафе итальянское, поэтому они умеют делать. Это же ихняя, как бы, пирожное. Очень вкусное. А когда еще голодная, есть хочешь, это вообще... Все тебе приносит очень быстрое обслуживание, очень быстрые порции, хорошие такие большие. Вот у меня получается почти 7 евро. Нормально. Вот это латте я заказала, такое нормальное латте. Есть латте еще с карамелью. Я не люблю с карамелью. Сахарочек еще лежит, но я тоже без сахара все пью. Смотрите, какие красивые. Очень красивые вот эти. Мне они очень нравятся. Тоже хотят их купить. В общем, красивые. Красивые вещи такие получились. Все муранское стекло. Хотелось бы еще купить такое. Ну, это я покупала. У меня был запас. Еще немножечко там есть. Но уже, знаете, такое, как... Сейчас вам покажу. Только пойдет на сутуар. Колье какое-нибудь. Вот такие. Потому что разнобой уже идет. И вот эти тоже муранское стекло. Ну, вот эти у меня уже хотят купить, их покупают. Смотрите, какие они красивые. Очень красивые. Вот эти тоже муранское стекло. Ой, Маечка храпит, аж слышу здесь. Девочки, смотрите, сегодня что я сделала. Вот такие вот. Сейчас я в руки возьму, покажу вам.
Это стекло. Вот это, правда, не муранское стекло. Но такое голографическое. Очень красивое. Смотрится очень красиво. Так, вот это вот муранское стекло. Вот это тоже муранское стекло. Оно, знаете, такого перелива, как бы тоже голографика идет. Цвет меняет немножечко такой кофейно, немножко рыженький, с зеленью, очень красивый. Вот это тоже муранское стекло. Такие вот красивые. Это тоже муранское стекло. Видите, какие симпатичные. Они немножечко, смотрите, как здесь немножко рисунок идет, как бы зелень, а здесь, видите, серебро с таким как кремоватым. Очень красиво, знаете, как бы, ну, сочетание красивое. Смотрите, как они играют. Очень красивые. В общем, вот такое вот у меня сегодня было рукоделие. Сходила я в город, пришла и засела опять. Вот такая прелесть. Хочу, чтобы вы рассмотрели поближе.